Дройдер Червь! Привет, обитатели интернета и мобильных сетей, с вами Дройдер Чарт, 14 выпуск, и мы начинаем хит-парад приложений за прошедшую неделю. На пятом месте программа StarStats, которая поможет поклонникам игры StarCraft 2, которая не так давно вышла, и в этом приложении можно посмотреть информацию, всякую статистику обо всех юнитах игры, всех трех раз, можно узнать, сколько брони, сколько очков атаки у каждого юнита. Кроме этого, есть опция схватка, в которой можно схлестнуть двух различных юнитов любых рас и посмотреть, кто из них сильнее, выяснить, как устроить лучше стратегию. Выбираете юнитов, нажимаете кнопочку play и смотрите, как жизни убывают у правого чувака, ему сегодня не повезло. Это на пятом месте приложение StarStats. На четвертом месте программа Smart Measure. Это утилитка для измерения расстояний. Делается это с помощью поворота экрана и камеры. Вот на этот крестик, который вы видите, нужно навести на точку, в которой объект, до которого вы хотите измерить расстояние, касается земли. И справа появится расстояние в метрах. Кроме этого, после этого, когда нажмете на кнопку справа, можно еще померить высоту данного объекта, наведя на верхнюю точку, также курсор, нажав кнопку. Такое простое приложение, используя несложные геометрические операции, оно работает и все вычисляет. На четвертом месте Smart Measure. На третьем месте программа Sweet Dreams. Она поможет вам сэкономить батарейку и нервы, потому что умеет автоматически выключать различные беспроводные соединения в вашем телефоне, изменять режим звонка, а также ставить экран в экономный режим. Вот на первой вкладке вы видите все эти настройки, а также указываете расписание, по которому нужно включать спящий режим. Можно указать дни недели и время. Во второй вкладке местоположение можно сделать так, чтобы спящий режим автоматически выключался, когда вы уходите из дома. Вкладки движения то же самое происходит, но при движении телефона. И в последней вкладке звук аналогичная история, но мы ждем того, когда в помещении будет очень громкая атмосфера. В общем, все эти настроечки вы выставляете, а потом нажимаете кнопку «Активировать», и приложение запускается, работает, все для вас делает. Это третье место приложение Sweet Dreams. На втором месте сегодня плеер, который называется Mood Agent. Суть этого плеера в том, что он автоматически умеет генерировать плейлисты под ваше настроение. Видите на экране 5 разноцветных ползунков, которые нужны для того, чтобы настраивать как бы ваше текущее эмоциональное состояние. Вот вы двигаете, после каждого изменения плейлист изменяется и появляется снизу. Потом плейлист можно сохранить или поделиться с друзьями. В общем, такая получается очень прикольная программа для рандомирования и шафлинга музыки. Если у вас большая библиотека, если у вас много музыки, то наверняка вам пригодится. На втором месте называется Mood Agent. И на первом месте сегодня программа Talking Tomcat. Это такой милый трехмерный кошак в вашем телефоне, который умеет несколько забавных вещей. Ну, например, вот это. Он умеет передразнивать своего хозяина смешным голосом, делает это постоянно слушает. Кроме этого, можно его погладить, и он будет мурчать. Можно угостить его немножечко стаканчиком молока, и всякие другие штуки с ним делать. Можно наступить на хвост и на ногу. Такая вот забавная игрушка, наверняка понравится детям. В ней также есть и полезная составляющая, это запись видео. Можно нажать кнопочку записи, и запись пойдет. Потом, когда вы остановите, можно отправить видео по электронной почте или загрузить на YouTube или Facebook. Также можно сразу же и проиграть. Вот такая программа на первом месте, Talking Tomcat. Спасибо, что посмотрели наш видеообзор. Его подготовили, как всегда, Борис Веденский и Валерий Истишев. Заходите на сайт droider.ru.